Добрый день всем. Меня зовут Людмила Живачевская. Я в компании Gelitor System с конца лета прошлого года, 2019 года. Пришла я как на обучение, так и на финансовую составляющую компании. Что мне понравилось в обучении? Я очень много уже лет занимаюсь духовными практиками. И, в принципе, когда мне говорят, да полно всего в интернете. Вы знаете, что мне здесь понравилось? Здесь понравилась система, очень доступная. И то, что эта система творит с людьми, это даже двумя словами не скажешь. Ну, просто пример такой, вот лично у меня были очень не очень такие отношения с мамой в свое время. И мне все психологи, коучи говорили о том, что нужно их обязательно проработать, обязательно простить маму, родители любят как могут. Я все это понимала, но результата у меня не было. Я очень много работала. И вы знаете, только практики из обучающей системы дали мне такой результат, что у меня все те претензии, вся та обида, которая была на маму, она ушла. И я очень часто слышу, со мной многие делятся, что очень такие натянутые отношения или с детьми, или с родителями. И все высказывают претензии, обиды к своим родителям. Многие даже просто умершим. Вот как произошла ситуация у меня. И я понимаю, насколько это важно, потому что уже именно здесь мне стало понятно, что если у тебя не очень хорошие отношения с папой и какие-то обиды на папу, хотя люди говорят, я все простила, у меня с ним хорошо, он умер, но это дает результат того, что у тебя нет результата в карьере и в бизнесе, и в твоих финансовых делах. Если у тебя какие-то были натянутые отношения с мамой, обиды, претензии, то у тебя не будет отношений личностных, выстроены отношения в личной жизни. И я увидела на самом деле вот эту связь. Я ее очень долго искала, потому что информация приходила ко мне какими-то кусками отовсюду. Наверное, как ко многим, потому что все на самом деле ищут ответы на эти вопросы. Но именно здесь я все эти ответы нашла. Мне очень понравилась еще финансовая составляющая, потому что такие выплаты за рекомендации, как платят, здесь выплачивают, я не встречала ни в одной компании. Поэтому все, знаете, как вот говорится, все сошло в одном месте, да? И деньги, и продукт, и люди, потрясающие люди, потрясающее окружение. Всем рекомендую и всем желаю исполнить свои желания и решить свои вопросы, если они у вас накопились. Я думаю, что у каждого есть.